Всем привет! Вот у нас есть новый питомец. Он выпал мне там с яиц, открывал, которые высидел. Ну что, попробуем сегодня наролить по максимуму его с того, что у меня есть в яйцах, в запасах. Мы там немножко открывали их, когда прокачивали питомцев на 9-й скилл. И сегодня мы... попробуем прокачать сколько сможем. Так, у нас есть 50 акций. Открыть 5 штук. 4 штуки. Да, олень вообще практически уже не падает походу. Еще 3. Ну, еще 4 этих. Ну, неплохо, неплохо. Так, смотрим. Джелли улучшить. Вон у нас уже четвертый. Прокачаем ему немножко скилл. Окей, есть. Так, что у нас? Рудольф, еще 10 штук нам надо до 29 уровня. Так, ну что, теперь поехали решивать. Открываем, посмотрим, как он у нас будет падать. Ангел, чикабум, ангел. Так, один джели есть. Шиара. Питомец, честно говоря, как его назвали, желейка, так он действительно как желейка. От него толку ни туда, ни сюда. Единственное, это то, что можно будет получить новый бонус и в лабиринте получить побольше синих кристаллов. Да, что-то он вообще печально не падает здесь. Ну где ты? Смотрите, одни ангела падают. Мы так скоро ангела до максималки прокачаем. Так. Вообще жесть. Просто не падает. Может, надо обычные яйца открывать. С фиолетовых его просто нет. Так, слон, ангел. Ну, как видите, нереальное что-то происходит. Давайте синие попробуем. Слон. Да, с таким шансом его достать будет тоже проблемно. Ангел опять. Шиара. Возможно, яйца какие-то бракованные. Даже не знаю. Чикабум. Ну, что-то не то явно. Все падают, он не падает. Странно. Пробуем дальше. Чикабум. Слоник тоже, в принципе, неплохо. Он один из самых имбовых. Огневик. Сколько мы там их уже открыли? Да хренище. Еще ни разу не увидели его. Ну, где же ты? Нету. Может, это я втыкаю? У меня первый появился же не просто так. Так, сейчас посмотрю, что там у нас. Как его можно получить?
Так, открыть. Да, вроде должен падать. Давайте попробуем перезайти. Как-то странно. Смотрите, у нас уже остальные, он чикабум сейчас будет 33-м уже даже. Давайте перезайдем. Попробуем сначала. Огневики. Ну, это жесть. Походу придется спрашивать в техподдержке, что это за бред. Просто не падает. Ну хотя бы один упади, чтобы я знал, что я не прав. Так. Просто жесть, ребят. Не знаю даже, что это такое. Но с утра один упал. Восемьдесят с лишним яиц. Походу очередной бах. Как и в прошлый раз у меня был с питомцем Чикабумом. Просто нет. Это жесть. Ну, дооткрываем фиолетовый. И походу, та же самая лажа. Кидалово, ребята. Это настоящее кидалово. Ну, вот он. Ребята, это не кидалово, это жесть. Столько мы открыли, он только один упал. Это что такое? Это какой тут шанс? Походу, его лучше всего будет открывать с фиолетовых этих сумок. Потому что тут его ловить однозначно смысла нет. С таким шансом. Просто печалька. Ну, в принципе, он и не особо там нужный. Постепенно прокачается, но шанс, как видите, шанс либо минимальный. Ну, открываем уже все. Так, слон. Слоники нужны. Да. Вот это они сделали нам подгон по-братски. Я бы так сказал. Так, ангелочки. Да, круто. Ничего не могу сказать. С таким шансом. С 88 яиц. Только единственный раз он упал. Причем все остальные питомцы падают нормально. Но это явно что-то не то. Жесть. Просто улыбает. Такие шансы, конечно. Такие же точно шансы на выпадение нового героя. Слей лям, полтора ляма и получишь героя, которого через неделю у тебя будет пара штук на складе валяться. Ты не будешь знать, куда их девать. В
Второй, два. Да. А я-то надеялся, левел 9, 10 вкачаю, 11, а не там-то было. Но зато хоть других подкачаем. Выйдем уже скоро на финишную прямую. И будем ждать введения 40-го уровня. Так. Шесть штук осталось, да. С 80 с лишним яиц у нас получилось выловить два питомца. Два. Это просто топовый шанс. Я просто, ну, не знаю, слегка в шоке. Редко такое бывает, но это реально жестяк. Чикабумы падают как не в себя. Да, оставим эти яйца, будем теперь опять копить. Вдруг будет скоро акс. Третий. Три джели вытащили. Смотрите, сколько чикабумов у нас пришло. Это просто жесть. Необъяснимо, но факт. Шиары подкачать. Слон будет 32 скоро. Ну... Да, вот так вот, ребята. А он нам даст на первом плюс 6 бонус очков лабиринта. Ну, не знаю, не знаю. На 10, на 11 уровне плюс 12. На 6 плюс 9. Ну, посмотрим. Да. Вот так вот пишите в комментариях, как вам такая хрень. Я просто в шоке. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки ставьте за то, что мы потратили там, не знаю, сколько, 30 косамов просто в никуда. Все, всем пока.